«Дай, Джим, на счастье лапу мне». Выставка, названная строчкой из знаменитого стихотворения Сергея Есенина, открыла в Щелкове двухдневную акцию «День и ночь музеев». Это Гайка, ей 5 лет, и она гость выставки, которая открылась в Щелковском историко-краеведческом музее. И в некотором роде экспонат. Всю программу ежегодной акции работники музея в этот раз посвятили собакам. Это представление Щелковского театра, показательные выступления служебных собак и, конечно, это выставка. В экспозиции графические работы художника Михаила Бабенкова, выполненные в очень интересной технике – тростниковое перо, тушь и влажная салфетка. Михаил Маркович вообще-то колорист, но вот графика его заслуживает особого внимания, потому что очень маленькими средствами переданы в позах собак их эмоции, их отношения к тому месту и времени, в котором они вот находятся в данный момент. Интересно, что каждую свою работу Михаил Бабенков выполняет буквально за 30 секунд. Жаль, он не смог присутствовать на открытии, а то бы мы воочию убедились. Быстрый рисунок. Как схватить мгновение? Почему говорят о художниках, что этюд иногда у него лучше, чем живописная работа? Потому что схвачено мгновение. И вот этот быстрый рисунок, 30-секундный, это схваченное мгновение. Это как фотоаппаратом сфотографировать. Вторая составляющая выставки – фарфоровые собаки. Это изделия советских заводов Дулёва, Вербилки, ЛФЗ, Конакова и европейских – Испании, Германии, Франции. В музее представлены экспонаты из частных коллекций. Братья наши меньшие во все времена вдохновляли на творчество. А выставка, это можно сказать определенно, не может никого оставить равнодушным и вызывает бурю добрых и позитивных эмоций. И есть друг тоже собака. Вот. Я когда прихожу в каком-то растерянном или расстроенном состоянии, я ложусь на диван, и сюда подходит для запаску свежий диван, ложусь с ним рядом, начинаю разговаривать. Вы знаете, человеку нельзя сказать того, что можно сказать собаке. По одной простой причине она ничего не скажет в ответ. Она просто возьмет и лизнет тебя языком. В знак доверия, преданности и в знак того, что мы, друзья, настоящие. Важно, чтобы на эту выставку приходили дети. Потому что когда хотят в семье вырастить ребенка доброго, хотят в семье вырастить ребенка ответственного, они заводят в семье собак. У выставки есть и третья, очень важная составляющая – нравственная. В ее рамках проводится сбор средств для щелковского приюта «Шанс», который помогает безнадзорным и потерянным животным найти хозяев, а также содержит тех, кого по разным причинам невозможно вернуть в среду обитания. К нам приходит большое количество народу, и среди них, я уверена, найдутся неравнодушные люди. Мы соберем приличную сумму денег, чтобы помочь беспризорным собакам. Остается добавить, что выставка «Дай, Джим, на счастье лапу мне» в историко-краеведческом музее продлится до 24 июня. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».